Виртуальный ведущий от Amiken Business Айсанч оказался в фокусе внимания Министерства труда и соцзащиты населения. Вице-министр Нариман Мукушев хочет познакомить виртуального консультанта ведомства Айдану с нашим коллегой. По словам вице-министра, сейчас Минтруда активно внедряет передовые IT-технологии. Ведомство уже сэкономило больше 3 миллиардов тенге бюджетных денег за счет перевода государственных услуг в электронный формат. По словам Наримана Мукушева, это значительно упростило доступ к информации. Сейчас ответы на все интересующие вопросы о мерах государственной соцподдержки можно получить онлайн у виртуального консультанта. В прошлом году был запущен проект «Виртуальный консультант» Айдана, работающая на базе искусственного интеллекта. Это веяние цифровизации, мы с этим все сталкиваемся. Недавно вот разговаривали с журналистами, как раз недавно презентовали Айсанжем, наверное, слышали, да, виртуальный журналист. И как раз-таки у нас есть Айдана, есть Айсанж. Я думаю, я там коллегам даже предложил, что их надо, наверное, познакомить.